нарушить в ответ на предупреждение, нахамить и даже применить физическую силу. В интернете появляется все больше видеороликов, в которых казахстанцы оказывают сопротивление полицейским. В большинстве случаев такую реакцию стражи порядка получают в свой адрес в ответ на просьбу соблюдать правила карантина. Самые нашумевшие инциденты собрал мой коллега Андрей Деминок. По всей видимости, изрядно устав на работе, эта девушка не смогла сдержать эмоций, когда на ее пути повстречались полицейские. С первых секунд она предпочла разговаривать исключительно на повышенных тонах, сопровождая свой монолог обильной порцией брани. В отношении девушки полицейские составили административный протокол. Дальнейшую ее судьбу будет решать суд. А это уже Павлодар. Мужчина шел по улице без маски. Полицейские сделали ему замечание. В ответ услышали много нового о себе. Причем, как несложно догадаться, не самое лицеприятное. Еще один ненавистник самоизоляции, мастер крепкого слова, задержан в Кызылорде. Здесь мужчина обзывать стражей порядка начал прямо в здании УВД. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Если вина подозреваемого будет доказана, то решением суда за оскорбление представителя власти при исполнении служебных обязанностей ему грозит наказание в виде штрафа в размере до 160 месячных расчетных показателей, либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток. А этот мужчина перешел, что называется, от слов к делу. На автодороге Каскелен-Шамалган он напал на сотрудника полиции, избил и порвал амуницию. Позднее кажется, водитель был пьян. Ему грозит наказание сразу по трем статьям. А это значит, что изоляция для него после окончания карантина, скорее всего, продолжится. Как и для некоторых других героев этого материала. Андрей Деминок, Хабар, 24.